3D-конференция Magic Design Lab проходит на одной из арт-площадок Москвы. Менеджеры, дизайнеры, люди, имеющие отношение к маркетингу и просто любители новинок, пришли узнать о развитии 3D-технологий в России. Что такое 3D? Это когда ты надеваешь красный и зеленый окуляр на глаза и видишь вроде как какую-то картинку. На сегодняшний день в России существует около 300 кинотеатров, в которых можно посмотреть стереофильмы в специальных очках. По словам креативного директора 3D TV Vision, понадобится 5 лет, чтобы объемное изображение прижилось на телевидении. На сегодняшний день внедрить новые технологии в эфир непросто. Сейчас самая основная проблема – это то, что не существует много фильмов, потому что очень мало есть специалистов, которые работают с стереокамерой, очень мало операторов, которые понимают стереоформат, и очень мало режиссеров, которые умеют снимать стерео, потому что для этого нужен специальный подход. Этому молодому человеку 3D-технологии интересны не только как зрителю. Он использует их в своей работе. Все, что нас окружает, все информационное поле, оно постоянно трансформируется и обретает все новые и новые формы. И сознание человека меняется, он по-другому начинает воспринимать, на старые носители он уже не реагирует, и с ним надо общаться новым языком. А дальше, как обещают специалисты, будет еще интереснее. Уже сейчас есть системы 4D, которые добавляют еще один уровень реальности, где вас уже дисплей на вас действует таким образом, что он вас физически еще трясет. Да? Вот. Потом есть еще следующий, уже 5D, это будет запах. По словам устроителей конференции, телевизоры, поддерживающие формат 3D, поступят в продажу уже в конце текущего года. NTD, Москва, Россия.